Я пока его не вижу. А, да, это, наверное... Из мебели, наверное, да? А, это с разных сторон стреляют. Смотри, это два выстрела. Ты где лежишь-то? Вот там? Не стрелять! Прекратить огонь! Только ножи. Не стреляем. Оружие не применять. Не стреляем. Только ножи. Оружие не применять. Не стреляем. Так пришел. Прикольно. Только ножи. Оружие не применять. Не стреляем. Только ножи. Оружие не применять. За мной. Все за мной! За мной. Все за мной. Следуем за мной! Как ты меня нашел, чувак? Со мной! Это что такое? Это нормально? Не стреляем. Я не знаю, я не понимаю, что происходит. Почекай. Ты на луте. Глянь, может, что полезное есть. Давай, собирай всю хуйню. Ты слышишь, он говорит, нет? Поверишь, он говорит. Следуем за мной. Кепка! За мной, блядь! За мной! Нужно глянуть, что там. Так куда же я заберу-то, по-твоему, чувак?
за мной. Как ты меня нашел, чувак? Что это происходит, а? Ну. Глянь, может, что полезное есть. Это либо крайне продуманский чувак. Либо это читак. Вот я бы посчитал, что это читак. Не стесняется, что у него вторым слотом стоит пушка, которая та самая светится. Следуем за мной! У него забинджены все кнопочки. То есть он на бегу все время со мной разговаривает. Причем вполне осмысленно. Ругается, когда я что-то делаю не так, как он хочет. Играем в эту игру, когда здесь такие супермены, а? Так а чё это самое-то? У меня перегруз. Я ещё энергию зарезал. Он слутал с чувака... Ты на луте. Собирай добро, прикрою. Где глушак? А, вот глушак. Он меня ни с кем не путает. Ну, мне некуда это положить. Вот он килл убил. Смотри, у него ИГ. Ох, забанят меня за этого героя. А? Я это надо на видео записать, чтобы потом оправдываться в суде. Это пипец, конечно. Я не знал, как это выглядит. И от туалета есть ключи.
страшно, поэтому, конечно, надо слышать и видеть, что происходит. Да ты чё, чувак, а я-то это куда? Вообще есть способ как-то узнать? Братишка, давай вместе. А как он меня добавит? Он не знает, как меня зовут. Я не знаю, как узнать. Ты, в первую очередь, ему такой, блин, герой... Нафиг не нужен. Понимаешь, я теперь... Нет, у меня будет видос, я его сохраню сейчас. Я просто хочу понять, что это было, как это вообще... То есть это вот так вот выглядит?